сказала в понедельник, пидем разом по барвину. Я пришел к тебе мимо, пидминула, пидвела. Ты ж меня пидминула, ты ж меня пидвела. Ты ж меня молодого с ума разума взвела. Я казала у Вікторок, поцілую разів сорок. Ти прийшов, мене нема, підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Ти ж його молодого з ума розума звела. Давай, я казала у четвер, підем разом на концерт. Ти прийшов, мене нема, підманула, підвела. Ти ж мене підминула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума розуму звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Ти ж його молодого з ума розуму звела. Ти казала у п'ятницю, підем разом по пшеницю. Я ха-ха, тебе нема, підминула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Ти ж його молодого з ума розума звела. Я казала у суботу, підем разом на роботу. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підминула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума розуму звела. Я казала у неділю, підем разом на весілля. Я прийшов, тебе нема, підминула, підвела. Ти ж мене підминула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума розуму звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Ти ж його молодого з ума розуму звела. Дмитрий Нагиев и группа «Виагра». Я вот, например, всю жизнь мечтал, чтобы меня мой выход объявил Филипп Бедросович Киркоров. Поаплодируйте, пожалуйста, Филипп Киркоров. Филипп, а правда говорят, что до этого этот вечер вели вы? Правду говорят. И по этим жидким аплодисментам можно понять, что вы это делали хорошо. Поаплодируйте, пожалуйста. Спасибо. Я надеюсь, Дмитрий, что вы это сделаете не хуже. Я просто уверен. Что не пожелаешь, все всегда произойдет, все всегда сбываешься. Это замечательно. Филипп не совсем русский, немного не попадает в падежи. Филипп, а мы желаем вам хоть один праздник провести у камина в теплой домашней обстановке и посмотреть то, что будет твориться после вашего ухода по телевизору. Я просто не сомневаюсь в том, что сегодняшнее шоу будет продолжено на высоком уровне. На самом деле Филипп уходит не потому, что ему пора, а просто он не хочет проигрывать на моем фоне. Посмотрите, как мы выглядим, да? Насколько я выигрышный. Ну, считайте, да? Так. Группа «Виагра» и Филипп Киркоров. Аплодисменты. Спасибо, Филипп. Дмитрий Нагиев. С Новым годом вас и Рождеством. С Новым годом.